Детей в Химках стало больше. Детского питания, соответственно, тоже. Центр выдачи молочной кухни на Юбилейном проспекте – один из самых больших в округе. Около 1000 наборов питания расходятся за месяц. Ассортимент разнообразен – смеси, каши и пюре. Сами наборы увеличились не менее чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в Химках функционируют 7 таких центров. 5 в округе, 1 в Подресково и 1 в Сходне. В сентябре откроется еще один в микрорайоне «Планерная».